Тебе очень страшно? Да, я лучше. Ну хорошо, ладно. Мы вам все-таки покажем это страшное интернет. В ней налито немножко спирта. Мы сейчас возьмем и хорошо перемешаем спирт в этой бутылочке. После чего мы, конечно же, попробуем его поджечь. Дим, тебе больше не страшно? Страшно. Страшно, но любопытство берет вверх. Ну что же. Не видите, но мне здесь реально страшно. Ну что же, давайте. Мне тоже страшно каждый раз это делать. Раз. Раз. Два. Два.